Всем привет, YouTube, привет. Вот опять, так сказать, ответ на вопросы. Делаем машинку и между делом народ вопросы задает. Вот что, к чему, почему, зачем. Скажите, покажите, объясните. Ну, скажем так, я объясняю то, что я знаю, и в принципе то, как я понимаю. Вот, поэтому по-любому, как бы, какая объективность здесь может присутствовать. Ну, в частности, вот вопрос по вот этому молоточку, по волшебному. Вот. Безинерционный молоточек. Вот. Стоит он, ну, грубо 2000 рублей. Молоток назначен для выравнивания кромок дверей, не нарушая внутреннего герметика, а также для осаживания больших поверхностей и так далее, и так далее. Ну, это вот эти, вот все это здесь прочитать. Вот, все это made in China. Есть у меня такой молоточек, он, и как он. Сейчас поснимаем этот мало или много точек. Вот, взвесим, измерим, я покажу, все расскажу. В принципе, и не надо вешать. Вот здесь показано, значит. Ребята написали, длина молотка 23 сантиметра, вес 180 грамм, диаметр ударной части 2 сантиметра. Вот. Ну и внутри что-то в нем есть. Вот. И дробь, то ли там еще чего-то такое. Ну, скажем, что-то я сомневаюсь, что мой молоток 180 грамм весит и 23 сантиметра. Наверное, это все-таки разные молотки. Мы посмотрим, что с моим. Вот, включил я подсветочку, вот, для своих, кто интересуется, кто дружит с английским, ну, видите, что тут написано. Я только понял вот эту вот последнюю надпись. 1 ЛБ это вес, ну, это вражеская система веса. Вот, больше ничего на нем я не видел, никаких надписей, вот такой он. Я его использовал, как бы, он довольно-таки тяжеленький. Сейчас воспламеним и замерим. Вот, по нулям. Вот. Мой молоточек весит 721 грамм. Как вы можете увидеть, да? Вот, то есть это тяжелая ударная фигня. Вот как раз я и пользовался по таким вещам. Но как видите, кое-где бывает, иногда я и промахивался. Вот. И он тут, бедолажка, у меня трудился и работал хорошо. Где-то был использован там, что-то я ложил, красил там бумажку, и в качестве груза он тоже, ну, грубо, почти килограмм весит. Вот. Как бы немало, да? Выключаем. Опа. Ты выключайся. Вот. Уже весы. Неинтересно. Мы взвесили. И теперь посмотрим длина его. Значит, общая длина у него, у моего, 30. Вот. Ударная часть у него 45 миллиметров в диаметре. Вот. Тут он у нас 10. Ручка где-то у нас 2,5. Где-то она тут на 1,5, где-то на 2 и на финише 2,5. То есть вот такой молоточек. Я его использую для рихтовки. Иногда, когда надо очень аккуратно, вот, как бы видно, да, что ему осталось по жизни. Когда надо что-то аккуратно сделать, я на него наклеиваю либо бронелент, либо наклеиваю там скотч. Ну, в основном бронелент там. 3-4-5 слоев, чтобы он чуть помягче работал. Вот. И все. Вот такой мало точек. Там груз этот, ну, как безинерционный. Сказать, что он прям волшебный и прочее. Здесь, на сами понимаете, это ребята вот просто увидели и говорят: о! Тоже есть безинерционное, а чего вы им не пользуетесь? Не пользуюсь по той простой причине, это немножко не то, вот, что
что тот, грубо говоря, килограмм весит. А этот, трескость плохо наводит. Залезете на сайт, тут 180 грамм, 200 грамм. Ну, граммовым, да, можно пользоваться. Вот, много таких молоточков есть на сайте. Вот, тоже хороший молоточек. Часто ребят пользуются вот такими. Вот, у многих мастеров я видел. Тут средний вес не указан, но там в пределах 200 граммов. Вот. Он полностью пластмассовый, никаких грузиков, никакой там дроби, ничего в нем нет, он полностью пластиковый. Вот. Есть у меня тут молотков из этой коллекции. Вот, работаю, ну, как бы радуюсь. Единственное, вот считаю, хотите, как говорится, что хотите, мне говорите. А в эту, ребята, ну, или мне давалось так, ну, во всяком случае, скажу, что я вот пользуюсь вот таким образом. Те наконечники, которые я покупал с этим молотком, они оставляют желать лучшего. Я их там не повыбрасывал, они из сырого металла сделаны. В общем, фигня. Скажем так, жалею, что отдал деньги. Вот. Ну, естественно, жалей не жалей, я взял другие насадочки, поставил и работаю им, как вот удлинитель пробойника. В принципе, нормально. Вот. По развесовке и по качеству больше вот такой понравился молоточек. Мало тут. Вот. И цена у него в два раза ниже, чем я покупал этот. Вот такие, как говорится, моменты. Еще по вот этому молотку без инерции, он как бы больше для рихтовки может вам пригодиться. А именно вот такой вот, скорее всего, 200-граммовый, невозможно, что им можно работать. Вот постарался ответить на вопрос по вот этому молотку. Заглядывайте, вот, как бы, смотрите на разные сайты, вот, и будет вам счастье. Вот. Что вот такие дела. Думаю, что я на вопрос ответил, на ваш. Вот что молоточек у меня есть, но это не совсем тот молоток, который продается в ЦАТ. Он как минимум в 4 там, раза тяжелее. Вот. Но вот таким молотком он, и цена у него тоже что-то раз в 5-6 меньше. Я его там в пределах 200-250 покупал в строительном магазине. Так что если вам горит и очень хочется иметь, ну, пойдите по строительным магазинам, походите у себя. Вполне возможно, что купите молоточек такой же или похожий. Ну вот и всем спасибо за внимание. Пока-пока. Да, еще одна сноска. Я специально утрированно, так сказать, не называю или ссылок на того, кто вопросы задает. Ну, чтобы не вызывать, лишний интерес к людям. Ну, все мы когда-то начинали, все задавали вопросы, которые для профессионалов, ну, кажутся смешными. Дабы вот этих моментов негативных избежать, они ни мне, ни людям не нужны. Я не показываю сейчас, как бы, того, кто задает эти вопросы. Просто отвечаю на вопросы и на все. Все, всем спасибо за внимание, пока-пока.